Что делаешь? Печатки нормальные нашла бы. Куда он подъедет? Сухо стоит. Ну, открой дверь. Открой. Где твой ключ? Где твои ключи? Ну, на месте лежать. Где твои? Ну, понял, к мусорке приставлю. Да. Ну, я понял. На асфальт. На асфальт? Ну, там, где цветы, вот где... Все, давай. Все, давай. Сейчас ты меня покупаешь здесь. Хрена. Прямо здесь сложу. Респектабельность. 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 Ох, корпоративная этика. У меня реально произошел квантовый скачок. А ты вместо того, чтобы дать мне... Просто прийти в себя после квантового перехода. Заставляешь меня таскать эти бревна гигантские и еще прочие приказания. Мне просто поспать нужно. Квантовый переход, ты знаешь, не шутки. Я раньше играл в компьютерные игры все 15 лет жизни, или сколько там. Каждый день, не пропуская, я же офигевал. Я думаю, как так можно? И тут я перестал. И тут я перестал играть. И ты можешь меня просто доконать, что я замкнусь и сяду опять буду играть. И вот я боюсь чего вот этого. Дай мне воды попить. Так просто ты понимаешь, дай мне время привыкнуть, отойти от... Не ломай ветку, пока она не дала плоды. Даша, ты когда дашь плоды, не работай.
Я плоды даю, блин, я уже квантовый скачок прошел. На гитаре играю, на это рисую. Только ты мне препятствия чинишь. Вон пилю, пилю бревна. Давай вместе унесем. Ты пока красишься? Ты красишься там зачем-то. Привычка дурацкая у вас. Краситься. Это все патриархат. Неси давай. Моя девушка не красилась никогда, потому что мы против патриархата. Сейчас. Офигеть, какие тяжелые бревна. Вот это бревно возьму так легко. Оп. Понес. Квантовый скачок. Квантовый переход. У меня произошел квантовый переход, а у тебя не произошел. Вместо того, чтобы прийти в себя, это как мне заставляет таскать всякие бревна вон. И в саду пахать. На рисование времени нет. Личной жизни нет. На это. А что еще там? За компом я вообще уже не сижу, просто неинтересно, потому что квантовый скачок произошел. Сейчас что-то меня докопается. Че навалил вот этих сухостоя, блатные ездят всюду. Четкие с ленточками. Квантовый переход. Я совершил квантовый переход. Надо песню так назвать, если я научусь когда-нибудь играть. И петь. Что, скорее всего, ведется к нулю вероятности. Поднимаешь на меня руку. Руку под меня поднимаешь, потому что я воды попил. Это ты руку на меня поднимаешь. Ага. Давай, иди. Вот это вот называется... Неси, Сергей. Офигевшее. Алло. Чуть-чуть воды попил, я пить хочу. А ты видишь, что лежат бревна? Берет руку, поднимает на меня. Ну, и меня же обвиняет в этом. Вот отсюда чуть-чуть воды попил. Может, я к вас благодею выйду? Саша, Сергей приехал, быстро собрался и пошел. Вон там лежат. Так бревно. Ты выноси остальное. Он сейчас быстро погрузит. Там одно бревно осталось. Саша, быстро. В чем дело? Ты, ёб твою мать, что смотришь на таблетки, как на наркоман на наркотики? Я не смотрю на таблетки, у тебя шизофрения. Иди отсюда, нахер. Даже шизофрения, я не смотрю на таблетки, я просто пью квас. Ага, а сам уставился в них. Я не на них уставился, а вообще. Я вообще ничего не вижу. Чё ты, блин, сумасшедшая? Сумасшедшая? Марс. А из воды, если отсюда попью, чё ты мне? Руку поднимешь, а прибьёшь? Вот, слышали? Ещё гонит на меня что-то. Вот это офигеть. Вот это бревно надо вдвоем тащить. Как я его один потащу? Там кто-то поднимается, надо подождать. Я таскаю бревна, она меня бьет. Волос поднимает руку. Я как смогу один потащить бревно? Ладно, я обниму его и возьму за вот этот хрень, и моя рука, будет болеть, она вся жесткая. Она сейчас бревно тащу. Я, блин, бревно шатаю, таскаю, а кто себе модную шевелюру делает?
Давай, погружай! Раз, два! Погружай! Что там еще? Верю, что делаю, блин. Я вместо этого по садам работаю, по этим всяким. Короче, вот так делают с человеком-маньяком. Кто-то шевелюру делает, чтобы понравиться. Там кто-то парень шевелюру себе сделал такую. Типа понравится девушке или кому. Я таскаю бревна, блин. Квантовый скачок сделал. Я квантовый скачок сделал, я больше не играю, не сижу за компом вообще, домой не захожу. Смотри, я тащил все три бревна рукой, она у меня не выросла ни хрена. Рука не стала более мощной от этого. Ой, садится в кузов. Добрый вечер, Павлка. Ой, добрый вечер. Смотри, утро. Вот здесь крючок. Здесь? Ну, вижу. Только ты там провода не трогай. Не трогаю. Вот рычаг. Рычаг, вот. Ну-ка, нажми на него до конца. Сейчас взорвется. Вот, слышал, щелкнул? Да. Сейчас я захлопну, а ты снова. По моей команде. Давай, командуй. Давай. Что ты вытворяешь? Что, тянуть? Ну, тяну. Отпускаю. И снова. Что, не открывается? Отпускаю. Снова взял. Подожди, когда его поднимать? Когда ты бьешь? Все, дернул. И щелкнул? Так я его до конца. Раз. Раз. А что должно произойти? Дождь сейчас его пойдет. Что должно произойти? Давай подержи. Сейчас, подожди. Где он там? Что-то я попутал. А вот он. Натянул и держу. Там провод меня не шардарахнет. Опускаю. Что получилось? А что вы вообще за хня? Жесть, дождь начинается, там мать лютует. Хочет меня, руку на меня поднимают. Как на кошку. На клопа. А я на клопа и на кошку руку не поднимаю. Что, будет сегодня тепло или нет? Дождь-то идет. Ну что, вроде как. Пасмурно. Дождь идет. Всякой мелочи тут возиться, блин. Это вообще что такое? Это замочек?
Это вот, чтобы капот открывать. Че, он сломался? Вот где-то я повредил. Где-то повредил? Что-то... Где-то здесь повредил? Здесь что-то... Нифига себе. Да, я бы только сейчас заметил. Видишь, как командует. Скажи, надо, чтобы ты принес рассаду. Скажи, дай-ка я ей скажу. Че командуешь? Да блин, зря ты. Ну, несу рассаду. Несу рассаду. Бабушка была бы садила, она бы ей командовала. Собаки не гуляют. Такой смех. Открывай! Каким же мерзким голосом, если говорить. Те, которые мы обрезали, так, те же тоже надо грузить. И вновь продолжаю с собой. И сердцу тревожно в пути. Куда опять пошли? Куда? Здоровая. Здоровая, подергай за рычажок. Не может открыть. А, ну, какой рычажок? Осторожно. Не крути сильно. Да, да, да. Все, подергаю. Хватит. Нет, надо тут погрузить еще один кусок. Сереж, надо погрузить. Ну, грузите. Саша, пошли. Что, все? Ну, что она? Что? Что? Наверное, смой. Да. Хочешь, возьми с этим где ключ? О, нашелся ключ. Нашелся ключ. Ты что, на меня замахиваешься? Иди. Ты что на меня замахиваешься? Я ключ нашел. Молодец. Что замахиваешься? Постоянно. Смеется. Все время рисую. Вот это что-то классное было нарисовано в моем стиле. Сколько здесь оттенков-то много, я рад. Мне нравится такое. А это все. Так, ни о чем. Вот это вот классное. Много оттенков. Что это такое было? Розовый, оранжевый. Здесь мои последователи рисуют. Сколько оттенков, посмотри. Они сли. Ну никак ее не дотащишь. Ну как не дотащишь? Сломай ее. На. Или тут пошли возьмем тогда. А я наоборот хотела согнуть. Да, прикинь. Да ее их согнешь. Ее надо курить. Да? По яйцам полетит мне. Прилетит. Давай. Ты мешай. Ага. Не, надо выключить. Выключи, иди сходи.
возьмем пузырь. Где? Она там лежит в бутылке. Просто бревна добываю. И сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой. Че нашел? Я еще только... И вот тут фиг найдешь. А вот. А нет. Куда ты могла деть? Не научил. Что? Где пила? Вот она. Хватит материться. Вот она. Я что, знаю, что ли? Так надо знать. Ты же мужик. Ты же материшься. Ты мужик. А? Ты мужик. Спрятала пилу, еще должен знать, где она. Спрятала. Правильно. Бегом. Бегом. Как этой, как лошади или кому там, повозки. На, снимай меня, так, я не мужик, я позер. Держи, снимай меня, как я пилю, потому что я позер. Давай быстро. Перчатки не одел еще. Че ты как этот? Нет, не одевать. Давай быстро. Держи правильно, чтобы видно было меня. Держи, я держу, ты быстро одевай, быстрее шевелися. Держи, так я как этот. Где, вот здесь? Где хочешь. Нет, выше, чтобы не на сгибе. Тебе неудобно так пилить будет. Надо было сверху пилить. Какая разница? Все, Саша, все. Бери, неси, на. Что, все? Все, неси. Давай, я пилот несу, а ты этот неси. А ты неси вот это, если вот ты мужик. Это. Давай, вот это неси. Ты мужик, неси это. Нет. Нет. Давай, быстренько. Короче, женщине можно руку поднимать, на мужчину можно все делать. Да, вот говорит, можно, да. А таскать должен все тяжелое мужчина, там, сумки, все. Вот это классный пейзаж. Классная абстракция. Жаль, здесь не придают цвета. Тут столько оттенков, я даже сам бы столько не смог, я офигеваю. Молодец, кто сделал эту абстракцию. Это мной вдохновлен был, я знаю. Нормальный веточки рубится и все будет топиться в печке. Так, вот тем концом туда, а этим сюда. Лишь командует. Давайте. Осторожно. Собрали тоже.
Хлам. Хлам. Да, хлам. Вот жадность. Я еще хотела ту ветку забрать. Там подожди, а мне же нужно залезть. Да. Я же как грибочек в кузове. Мне кажется, что тебя могут, конечно, за это штрафовать. За что? За то, что в кузове пассажир. Еще. Ты это отнеси домой. Домой относи. С чего бы? Да ну, что это наше, носить? Домашнее. Приносить, неси. Относить. Мы уже полчаса здесь. Стилается, использует меня, эксплуатирует. Ай. Куда вы здесь? Смотрите, сколько. Распилили, блин. Сухостой. Что такая фигня. По приказанию мамы. Давай, погнали быстрее, она что там пошла маникюр делать. А знаешь, вот в этих сериалах показывают. Ну, а я ничего не тебе. Давай погнали быстрее, то здесь жарко. В сериалах показывают, вот, в типичном дегенеративном сериале на отечественном. На СНГ пространство. Показывают мужчину, типа, семью, да? Там мужчина, жена, свекровь. Там еще кто-то. И он как бы, типа, знаешь, ведет себя как альфа-самец. Но на самом деле он полностью, короче, под контролем, если приглядитесь. Но при этом внешне, это просто внешняя эта оболочка. Есть ложь номер один, а есть ложь номер два. И вот оболочка его внешняя, это... Альфачевская, это ложь номер один. Ложь номер два, это то, что он там, типа, командует, оправдывает то, что им командует, и он никто там. Он просто, еще он бухает постоянно, и все, и с другими мужиками ругается, типа, как альфач. Вот это вот три вредоносных программы, которые несет нам правительство через телевидение. Что, типа, настоящий мужчина должен там ругаться с другими там мужчинами, постоянно с ними спорить, там, сраться. А с женщинами он должен показное такое альфачевость показывать, типа. А на самом деле он подкаблучник просто. Это все, короче, не изменить никак это все. Это, короче. Короче, пофиг сяду там. Вырождение. Давно уже произошло, и ничего не изменить. Мы продукты вырождения. Дальше идут еще следующие продукты, еще более выродившиеся. Что теперь сидеть ждать в кузове, сколько хрен знает сколько. В роддоме рожают, блин. Вытаскивают клешнями. Я там с челом с Польши общался, его тоже клешнями вытаскивали. У него поврежденные там все. У него вообще офигеть, как все повреждено там. Говорит, грыжи в позвоночнике везде. Жесть. Наверное, может, ему еще больше не повезло, чем мне даже. Рождался он где? В Украине. Там тоже СНГ было. Денис Вайт. Хороший чел. Просто у меня нет времени, блин. Я, видишь, командую там. Быстрее. Все, давай. Я его не успеваю выспаться даже. И так какая-то стрёмная. Сейчас буду пилить везде. Я буду как терминатор. Только я не терминатор, нифига.
Ну что, едем, командир? Наконец-то тебя дождались. Хочет еще деревьев. Вот жадность. Все, погнали, ребята. На гитаре я вчера проиграл много, но я засыпал просто. Просто не мог. Болела спина, я просто ложился и отключался. Ну, так я где-то час. Где-то час я точно наиграл. Это мало. Всего лишь один аккорд. Какой стыд. Всего лишь один аккорд. Да. Сколько же мне лет понадобится учиться еще? Трясти офигительно. Ладно, грубая, все равно.